Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Порули же тендандене Эльвира Америка гыч. Это передвижной маленький грузовичок с едой. В Америке они очень популярны, и кухня может быть очень разнообразной. Мы остановились в штате Орегон в городе Аврора, чтобы заправиться, и тут мой муж обратил внимание на грузовики с едой, один из которых специализировался на русской кухне. Нам было интересно, и мы подошли ближе, чтобы увидеть своими глазами, что там продают. Внутри этого грузовичка нас встретила очень приветливая девушка. Говорила она по-русски с некоторым акцентом, но очень чисто по-английски. Я спросила, где она родилась, и она ответила, что родилась на Аляске. И что все родные всегда говорили по-русски, так она тоже научилась ее родному русскому языку. И еще она добавила, что они староверы. Впрочем, по ее одежде это было видно. Я предложила ей интервью, от чего она мило отказалась, но дала мне карточку, где были указаны данные хозяев этого грузовичка с едой, кому я могла позвонить. Учитывая, что находимся в Америке, этот грузовичок продавал еду не только русской кухни, но и американскую кухню. Цены вы все видите. Рядом были грузовички, которые продавали мексиканскую и индийскую еду. Время было уже послеобеденное, мы не были голодными, поэтому, поблагодарив, мы ушли. Наш путь пролегал через город Портленд, Орегон. Один мост возвышался над другим. Мы проехали по самому высокому, из которого можно было увидеть очень далеко. Под некоторыми мостами можно было увидеть палатки, где живут бездомные. Что повлекло их принять такой образ жизни, не могу сказать. Наверное, у каждого своя история. Легко упасть, тяжело подняться. Я искренне желаю всем, включая им, Божьего благословение. Сказав «до свидания» штату Орегон, мы были готовы поприветствовать штат Вашингтон. Благодарю за просмотр. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, пожалуйста, подписывайтесь. Распространяйте мое видео,
не забудьте нажать на знак с большим пальчиком, потому что вам понравилось мое видео. И даже если не понравилось, все равно нажимайте. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау, ончималанда. Кю эша возалтан огол моем ютуб-каналышке возалца. Видеом шараза кугу парня палам темдалаш и да монда. Ишанем таланда келшен тиде видео. Келшен огол гынат садыгак темдалза кугу парня палам. Тажа да пиалан лиза. Шкендам да йӧратымыдам аралыза. Тендан дене лийын Эльвира, Америка гыч.